Год назад мы в школе шитья Bespoke выпустили курс «Жакет в стиле Шанель». И с тех пор часто получаем вопросы от участниц, как и с чем носить такой жакет. На самом деле стилизовать его просто и увлекательно. Жакет Шанель – уникальный предмет гардероба. Во-первых, потому что он относится к изделиям вечной моды. Как говорил бывший руководитель дома Шанель Карл Лагерфельд, из моды никогда не выйдут три вещи – белая рубашка, джинсы и жакет Шанель. Если в вашем гардеробе появится такой жакет, то он будет радовать вас годами, сохраняя при этом свою актуальность. Идеальная инвестиция в ваш гардероб. Кстати, интересный факт. Первый жакет Шанель был создан почти сотню лет назад, но он и по сей день с каждым годом только набирает популярность. Во-вторых, жакет Шанель может быть разным. Это один из главных секретов его вечной актуальности. Он постоянно трансформируется и преобразуется из коллекции в коллекцию. Но что это означает для нас? А то, что он может идеально подстроиться под наш стиль, образ жизни, вкусы, взгляды и так далее. Он как пластилин, из которого мы можем слепить свой идеальный жакет, в каком бы стиле мы ни одевались. Ну что, настало время показать вам формулы стилизации этого легендарного жакета. Итак, первая формула. Самая простая и беспроигрышная комбинация – жакет Шанель и деним. Расслабленное, комфортное, но при этом роскошное сочетание. Примечательно, что, используя обувь в разном стиле, а также различные аксессуары, мы можем создавать образы в комфортном стиле спорт-шик или актуальную элегантную классику. Добавив в образ кепку и кеды или кроссовки, или же балетки, лодочки и туфли Kitten Heel. А если мы заменим обувь на лоферы, то создадим трендовый образ в стиле тихой роскошь. Жакет Шанель органично сочетается не только с денимом, но и с любыми другими брюками. Классические, широкие атласные, палаццо, карго, зауженные к низу или узкие по всей длине, брюки с небрежными рваными краями по низу, облегающими леггинсами и даже объемными джоггерами из трикотажа в союзе с кроссовками. Максимально элегантные образы получаются в сочетании жакета с юбками. Летящими, фатиновыми, в том числе и объемными, из фатина в стиле Dior. Плиссе, юбки с бантовыми складками, со сборкой, юбки солнца, ярусные или лаконичные и всегда актуальные атласные юбки А-силуэта. Конечно же, жакет, как и любая другая одежда, идеально сочетается с ахроматическими цветами. К ним относятся белый, черный и все градации серого цвета. Это могут быть и брюки, и юбки, и даже платья. Thank you.
Если хотите создать романтический нежный образ, то наденьте жакет Шанель поверх блузы с шарфом или бантами. Тем более банты – это один из главных трендов 2024 года. Согласитесь, смотрится очень мило и женственно. Один из любимых приемов многих стилистов – это сочетание разных фактур в одном образе. Поэтому смело можем сочетать твидовый жакет с кожей. Можно использовать кожу того же оттенка, что и твид, либо контрастно, либо и вовсе в цвете металлик. И, казалось бы, очевидное сочетание твид плюс твид. На подиумах дизайнеры часто предлагают нам образы, в которых поясные изделия, то есть юбки и брюки, шьются из той же самой ткани, что и жакет. Но образ можно сделать гораздо сложнее и интереснее, если сочетать в одном образе твид разного цвета, даже контрастного, и твиды разной фактуры и плетения. Также в последнее время твидовые жакеты активно внедряются в детские и мужские гардеробы. Если на мужчинах твидовый жакет выглядит еще немножко непривычно, то жакеты на детях смотрятся очень мило. Ну что ж, сегодня мы с вами посмотрели на различные способы стилизации твидового жакета, а больше вдохновения вы можете найти в различных фильмах и сериалах. Например, фильм «Барби», в кадрах которого вы можете увидеть винтажные жакеты 80-х годов. Известно, что бренды «Барби» и «Шанель» связывают многолетняя дружба, а Марго Робби является лицом модного дома «Шанель». Также, если вы являетесь любителем дорам, то можете заметить, что все чаще в стилизации образов героев используются жакеты по мотивам Шанель, что примечательно как на женщинах, так и на мужчинах. Пишите в комментариях, какие образы вам понравились больше всего. Ну а мы будем ждать вас на курсе «Жакет стиля Шанель», где вы буквально за пару месяцев своими руками сошьете шикарный жакет люксового качества. До встречи в следующих выпусках!